индийский плантационный черный чай из штата Ассам. При заваривании дает настой красного цвета с терпким насыщенным вкусом и тонким ароматом. Ассам – сорт черного крупнолистового чая, выращиваемого на северо-востоке Индии, в долине реки Брахмапутры. Чай собирается два раза в год – весной и летом. Основной объем чая собирается во время второго сбора, который при этом считается самым хорошим. Этот сбор обычно длится до сентября, но может быть продлен и до декабря. В этом случае появляется третий сбор – зимний. Ассам легко определить по специфическому пряному, немного цветочному аромату с необычными для черного чая медовыми нотками. Для лучшего ощущения послевкусия, после каждого глотка воздух надо выдыхать наполовину через рот, а наполовину через нос. Наградой за это будет легкий солодовый привкус с почти ментоловым свежим оттенком. Напиток стоит заваривать 1-2 минуты при температуре воды 95 градусов Цельсия. Потребуется 1 чайная ложка заварки на 150 миллилитров.